Ну, слава богу, что Герман Греф нас всех уже порадовать смог. Я кризис не ощутила, потому что особо мне терять было нечего. И, собственно говоря, приобретать тоже. Творческая деятельность как продолжалась, так и успешно идет. Я, может быть, не столько привязана к концертной деятельности, сколько к написанию песен и к созданию творческого материала. Поэтому для меня кризис не страшен.